Так, реванш. И пошел c5. Смело. Сейчас я постараюсь играть пошустрее. Так, конь c6. Bc. Так, хорошо. Ну, не знаю, e5, но там как-то c3. Давайте e5 пойду посмотрим. Конечно, да, здесь вот c3 и f5. Буду играть в агрессивный шахмат. Так, fe. Конь g5. Так, cd. Надо ли нам играть cd? Надо ли играть cd? cd, cd и ed. Ну, давайте я вот так вот сыграю. Совершенно позабуду о развитии. И просто начну все кушать. Так, ну и вот c5. Хорошо, развития нету, но вот мы выиграли пешку. По крайней мере. Да, ладья e1. Ладья e1 неприятно, конечно. Слон e7 пошел. Слон g5, да? Так, ну хорошо, слон f5. Наверное, есть пока такой ход. Слон f5. Кстати, что бы последовало на ход слон g5, тоже большой вопрос. Там-то, конечно, я проигрывал, просто интересно как. Так, ну, в принципе, мне осталось доразвиться, сыграть конь f6, сыграть 2-0. Так, конь a3, ну, конь f6, хорошо. Еще один ход, и у меня все в порядке. Даже f. Ферзь e2, наверное, да? Чтобы не дать мне сделать рокировку. Но там тоже какой-то ход d3. Что, ферзь e6. Ну, слон f7 даже. Не знаю, к чему это приведет. Так, ферзь e3 пока. Король f7, ферзь e6 по-прежнему. Неприятный шаг. Так, здесь надо задуматься. Позиция очень острая. Можно пойти А6 и ладья А7. Такой вот тонкий маневр. Ну, давайте, да, так и сыграем. Подключим ладью. Плюс где-то отобрали поле D5, поле B5 у коня. Так, и ладья А7. Все, осталось сделать рокировку. Дадут ли мне ее сделать? Большой вопрос. Есть ход ферзь E6. Там, кстати, особо без угроз на самом деле. Может, даже d5 можно пойти. Да, вот будет. Так, ну это, наверное. Так, наверное. Король f7. Да, вообще интересная, конечно, позиция. Не знаю, по ощущениям она должна быть хорошая. Где-то d5 хочу пойти. Так, ну это понятно. На f5 он лезет. Не дадим, да, скорее всего. Может, даже. Так, стоп, еще на D5 лезет. Это уже хуже. Это уже гораздо хуже. Может, слон F8 пока. D5 еще есть ход. Давайте я вот так вот агрессивно сыграю. Все-таки у меня какое-то взаимодействие есть. Седьмую горизонталь контролирует ладья. Пешку мне надо сохранить. А сразу, как мне поставят мат, я не вижу. Так, ну и h5. Теперь у меня и ладья h еще играет. Нет, я думаю, я консолидировался. Теперь главное не зевнуть. Главное не зевнуть. Так, конь d4 и ладья e7. Надо... Ну там конь c6 какой-то ход есть. Неприятный. Да нет, вроде как нету. Надо одну все-таки поменять. Слон h6, кстати, еще был ход. Может быть неплохой. Но одну надо поменять, чтобы пешка d уже стала реальной силой. Так, это ладья e1. И пошел ферзь d7. Прикрыл как-то все поля временно. Так. На конь e6, может быть, уже есть ход d2. Да, вот d2 я пошел. Мне кажется, что я выигрываю фигуру. И соперник задумался. Вообще партия, конечно, интересная. Международный мастер Чирон.
Так, и скушали фигурку. Так, ну и куда? На d3. Можно даже слон c5 пойти. Что, в принципе, мне даже больше нравится. Так, и давайте. Или не давайте. Пока слон e4, я думаю. Так, а теперь вот ферзь a7 какой-то ход. Да, ну все, партия заканчивается. Я думаю, все-таки здесь уже шансов у соперника нет. А вот так удалось защищаться на самом деле. Да, и вот опять я играю с ним. Сыграю еще одну партийку. Пойду c5. Конь f3 и d6. Да, здесь он дает шах на b5. Да, вот такие партии у нас уже были. Ну хорошо, пошел конь c6. Слон c6, bc. 2-0 и пошел e5. Вот так я с ним ходил в одну из партий. И f5. Вот такой вот амбициозный ход я делаю. Да, вот получаю d4. Ну хорошо, fe. cd. Здесь я ходил ed. То есть, конечно, очень агрессивная стратегия, которая чревата просто не выходом из дебюта. Но я хочу сохранить одну из пешек в центре. Хочу сохранить одну из пешек в центре. Даже вот банально вот таким вот способом. Я думаю, здесь белые едва ли не форсированно могут выиграть. Не исключаю такого варианта. Но хорошо, побалуюсь. Побалуюсь. Да, грозит уже шах на d6. Ушел на f8. Ферзь f3. Позиция, конечно. Надо ферзь f3. Слон b7. Да, ферзь f3. Ферзь f3. Там шах на d6 какой-то страшной силой грозит. Ну да ладно, пошел слон b7. На d6 пойду конь f6. Вроде как я сразу не проигрываю. Сразу не проигрываю. Но, конечно, позиция смотрится катастрофически. Да, всем не советую играть так, как играл я. e5 еще ход нормальный, а вот ходить f5 это уже перебор. Да, и вот у белых здоровая, хотел сказать, лишняя пешка. Нет, пешки лишней нету, но у черных не рокирован король. У белых, в принципе, все в порядке. Да, но будем надеяться на какой-то... на помощь соперника, да, потому что объективно, наверное, позиция плохая. Да, бывает и такое. Хотя бы слон у меня сильный, диагональ рассекает. Так, задумался, да, видимо, ищет какой-то форсированный путь. А вот, быть может, его и нету. Ферзь e5 пока пошел. Хочу перейти в эндшпиль и там отстояться. Да, это мы поменялись. И там, быть может, отстояться. Конь d6. Да, ну бить надо, да. По сути, ход единственный. Здесь слон d5. Вроде как я наладил какое-то взаимодействие. Осталось пойти g6 и где-то король g7. Конь b3. Неприятно. Крайне неприятно. Надо бить, да? Как же включать в игру ладью? g6. g6. Ну хорошо, g6. Черт с ним, проиграю я эту пешку. Да, проиграю я пешку какую-то по-любому. Хотя бы коня активизирую, что ли. Там, правда, ладья e5 есть ход. Да, вот. Да, не нравится мне все это дело. Но все-таки они сдвоенные. Может быть, не так все плохо. А 3 на 2 на фланге. Если представим, что уйдут все пешки, да, мои. 3 на 2 на фланге, это может быть не самый худший для меня сценарий, исходя из того, что я получил с дебюта. Так, ну ладья d8, вроде я наладил какое-то взаимодействие.
пешки нету, но она не чувствуется. У меня все-таки проходная есть. А это так, это что, зевок? А, стоп, на коне ж ты король g2, да? Хитро на самом деле. Там же он не выходил. Ладья c7. Ну, ладья d7. Ничего-то я сделаю в этом меньше. Король f1. Король c6. Так, стоп. А здесь я пешку, по-моему, забираю, нет? Скушаю пешечку. Скушаю пешечку. Да, и что это? Так, ну, король d5. Шаха же нету. Теперь, извините, уже я буду играть на победу. Уже буду играть я на победу. Так, что это за эндшпиль? Конь d2, король d2, король e4, да, скорее всего? Так, давайте считать. Времени мало, но... Нет, он должен быть пройден, я же отвлекаю... Я же отвлекаю пешкой d. Просто король f3 хочу пойти и скушать весь этот обжорный ряд. b4, ну и что? Не знаю, даже d3, наверное, могу пойти. Пошел d3. Король f3, может быть, еще сильнее было. Так, b5, ну король f3, хорошо. Да, все-таки партия заканчивается. Король здесь никуда не убежит. Здесь я все покушаю. И у меня пройдет быстрее. Так, g5. G4, G3, G2 и с шахом. Главное с шахом. Шах и пошла вторая. Да, ну вот такая вот партия, конечно, с дебюта я играл отвратительно. Еще раз давайте вернусь. E5 здесь еще ход возможный, но вот F5, конечно, ходить я вам не советую. Можно вот как в данном случае я не выйти из дебюта и потом пытаться как-то все-таки наладить взаимодействие фигур. Да, ну я надеюсь, вам понравилась данная партия. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.